Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2021» пройдет в Ханты-Мансийске, Сургуте, Урае и не только. Присоединиться к зимнему забегу и Нефтеюганск. В этом году гонка пройдет без привычных массовых гуляний, а часть мероприятий перенесется на онлайн-площадки. В нашем городе забег начнется 13 февраля в 11 утра. Воспитанники школы Олимпийского резерва по зимним видам спорта преодолеют дистанцию от 1 километра 600 метров до 3 километров. Это зависит от возраста участника. А уже в 14:00 организаторы наградят победителей.